Привет всем! Мы сегодня готовим манты с тыквой в посуде эмти. Мы делаем манты с тыквой. Мы взяли фарш, это гемиштый фарш, свинина и говядина, лук и тыква. Все хорошо перемешали, склеиваем манты. Каждый мант нужно смазать маслом хорошо. И укладываем в корзинку. И так делаем все манты. Берем емкость 6,5 литров. Выливаем полстакана воды, полстакана молока. Можно, конечно, налить просто стакан воды, но мы сегодня берем половина стакана молока, половина воды, для того, чтобы тесто было другим. Манты будут готовиться на молочном пару. Кладем шарики, сделанные из фольги, чтобы решетка была немножко повыше, и опускаем две решетки с мантами. 8 литров емкость, входит 3 решетки, в 6,5 2. Закрываем турбокрышкой. Плиту включаем на А, на автомате будем готовить. Два раза нажимаем на правую кнопку и левой убавляем до 5 минут. 5 минут, программа турбо. Прокручиваем два раза. Выключаем плиту на 0, аудиотерм убираем в сторону и ждем, когда крышка откроется на выключенной плите. Крышка открылась. Манты готовы. Достаем. Есть еще один метод приготовления мантов с крышкой Эзиквик. Берем емкость 3 литра. Наливаем 1 стакан воды. Здесь можем использовать только воду, потому что молоко имеет свойство подниматься. Берем 4 шарика. И сверху ставим зип. Крышку Эзиквик оставляем диаметр резинки 24 сантиметра. Хорошо прижимаем. Включаем плиту на А. На аудиотерме два раза нажимаем на правую кнопку. И правой кнопкой добавляем до 20 минут. Выставляем программу пар. Прошло время. Выключаем плиту. Аудиотерм убираем. Открываем крышку. Манты готовы. Вот так красиво можно подать манты на стол в нашем блюде. Это блюдо вы можете получить в подарок за вечер с 3 семейными парами. Звоните, пожалуйста, с императором.